Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Частная жизнь». Приятного просмотра. Друзья и знакомые считают семью Ивановых образцовой. Андрей – успешный бизнесмен, заботливый муж и отец, а Лена – красивая женщина, любящая жена и мать. На людях это идеальная пара, но дома, наедине, Андрей превращается в жестокого тирана, а Лена – в покорную жертву, которая умалчивает о том, что творится в их семье. Однако тщательно спрятанные в шкафу скелеты однажды вырываются наружу. В уличной драке Андрей избивает человека до смерти, и на него заводит уголовное дело. Капитан полиции Руслан Тимофеев по поручению начальника Тимура Байкова начинает расследование и узнает, что в прошлом идеального главы семейства скрыто множество мрачных тайн. Теперь Лене предстоит спасти себя и маленького сына от человека, превратившего их жизнь в ад. Пятая серия. Андрей напивается и врезается на машине в опору гаража. Лена вызывает семейного врача Нину Борисовну. Тимур приходит проведать Андрея и заверяет его, что дело скоро переквалифицируют на необходимую самооборону. Тимур едет в Москву, чтобы вернуть жену. А тем временем мать Гули рассказывает ее отцу, что на самом деле происходит в счастливой семье их дочери. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.